Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, ежедневная награда за Лигу Самураев 3 звезды. Буквально вчера мы только сюда попали. Задание даже еще не успели откатиться, прикинь, сброс будет через 3 часа. Здоровски, я тебе скажу. Мы опережаем события, ладно. Наша цель какова сегодня? Продвинуться еще дальше, и для этого мы посмотрим, где мы находимся в данный момент. Лига Самураев 2 звезды, ранг 19, то есть бустим. Ребят, продолжаем буст, 14-18. Ранг противников, как ты видишь, 43-45. Я думаю, что мы, наверное, пока своими силенками будем справляться. Главное, что у нас 5 персонажей, и, соответственно, мы будем здесь быстренько-быстренько с тобой набирать обороты. Сегодня в планах, ну, сколько получить? Наверное, лигу... Ну, лигу мастеров, наверное, не получим. Вот лигу сёгунов 3 звездочки, скорее всего, можно урвать. Если все, опять же, пойдет по нашему плану, как мы всегда это делаем, без каких-либо косяков. Хотя косяки в последнее время нас просто преследуют. Ну, уже в Лиге Самураев 3 звезды. То есть мы 20 ступенек пролетели, и это очень круто. Так, 14-18. Продолжаем бомбить, пока уровень у вражеских персонажей не особо подрос. Как он был 44-43, там был 41-й, 42-й и 40-й. То есть на 2 буквально уровня. Ну, это, ребята, мелочи жизни, поверьте мне. Это мелочи жизни. Будем бомбашить, и все. Давай так сделаем. Опа, минус. Так, и гидрант. Пускай с гидранта бомбанет. Да ладно, ладно тебе, Майки, успокойся. Господи, тебе это не поможет вообще никаким образом. На, по шеям. Давай на это, носорог, на рок его бери. На-ка, пронзил. Очень мощная атака. Ты представляешь, носорог с разбега своим рогом тебя бомбанет. Какая бы там ни была бы защита, ух, пробивает он не кисло. Ну что, мы двигаемся дальше и попробуем, наверное, найти... О, 15-19, то, что нужно для меня. Так, ищем. Раз, два, три, четыре, пять. 56 уровень против... Ну, до сих пор еще 40-й. Они на полтинник еще пока не перешли. Хотя Леонардо уже полтишок имеет. И это не очень хорошо, на самом деле. И нас что тут сделали? Нам понизили броню. Нам понизили броню. Давай-ка я, наверное, брошу флакон. Ага, теперь бросаем флягу с антихилом. И... Что бы сделать? Может, задебафить их тоже? Нам надо Леонардо как-то бомбануть. Попробуем, задебафим для начала. И теперь попробуем сейчас с локотка его. Нет, 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 нет. Печалька. Это еще, слава богу, сейчас уклонение, ребята, у нас стоит, и как бы оно нам помогает здесь. Ох, нормально так прописали. Блин, Донни, ты, главное, не падай, держись у меня там. Языком хлоп-хлоп. Оглушили, ну хотя бы оглушение, ребят, повесили, это уже хорошо. А, минус Донни. Так, ну-ка. Нахлобучишь? Не нахлобучил. А так если? Минус бибоп и пробивной. Шикарно. Так, ребят, ну пока, слава богу, все идет хорошо, удачно. Никто не погиб, никто не споткнулся у нас. И мы двигаемся дальше. Место получаем 46-е. 46-е. Так, давай-ка мне 15-19. Ведь уже было, уже вы засветились, поэтому... Не надо сейчас валять дурачка. Вот. Уровень. До сих пор, ребят, полтишок у них держится, поэтому... Вообще не хочу рисковать, на самом деле. Давай мы сделаем с тобой немножко поумнее. Возьму я, например, вот этого Шреддера. Ну, как страховку. Во-первых, он хилять может, если что. Ну, а во-вторых, у него есть массовая атака. И мы начнем именно с нее. Прекрасно. Так, теперь бы, конечно, Леонардо вырубить. Или как? Массовой атаки нет. Попробуем Леонардо вырубить. Не прокатило. А если так? Лео против Лео. Плюс бросаем с тобой флакон.
Отлично. Вырубаем, пытаемся Криса. Ой, Криса, Бакстера Стокмана. Ага, Донателло там выпендривается. Ну и все, ребят, в принципе, крышка ему. Он свой крит этот делает вообще не в тему, если честно. Для чего он? Он один. Какой, блин, крит? Он, наверное, глаза просто еще не открыл, не посмотрел, ребят, по сторонам, да? Не увидел, что там он один остался. Критует он. Бафает. Ай, бафер вшивый. Ну что, тогда мы двигаемся дальше. И до сих пор еще 50-е место у них. Никакого продвижения я не вижу в лучшую сторону. Ну, а мы с тобой взяли Шархана. Во-первых, массовая атака и дебаф очень даже неплохой, с понижением брони. Вообще четенько, вообще четенько. Так, давай ушатывать одного за другим. Минус. Опа. Опачки. Ну, ладно, ладно, минимально была атака. Блин, он, смотри, смотри, что делает. Так, ну мы, наверное, сделаем тогда хил. Вот так вот. Ультракрик, ультразвук. И минус еще один упал. Тай-тари-та-тайс. Поехали. На-ка. Минус маузера. Сплинтер, да хорош ты тут тыкать своими пальчиками. Минус шреддер и... Ревем сплинтера. Все, ребят, по красоте. Было все очень даже неплохо сыграно. Ну что, переходим? Да, мы с тобой уже в Лиге Сёгунов. Одна звезда. Бойцов еще прилично. Хотелось бы дойти до трех звездочек. И хотелось бы получить, на самом деле, ранг уже. Например, какой-то 15-20, наверное, да? Но не тут-то было. Не тут-то было. Ладно, выберем Мишу. Я так понимаю, это Миша. Раз, два, три, четыре. Давай, наверное, крысиного короля все-таки я возьму. 70 уровень будет прекрасен здесь в дополнение. Плюс крысы вызываем. Сейчас кто-нибудь должен доупасть, по идее. Ну, это было только по идее, ребят. 100% гарантии я не давал. Ну-ка давай, Лео, жги. Минус двоечка. А минус? Не минус. Не минус, ребята, далеко не минус. На-на тебе. Пощечину. Вот так вот. Ну что, справились. Ну, я, честно говоря, думал, что крысиный король кого-нибудь да уронит. А видишь, не получилось. Не срослось, так скажем. Так, Элоди. Элоди какой-то тут у нас. Слушай, они вообще не хотят продвигаться. Посмотри на них. Они как зависли на этих 49-48 уровнях, так и не продвигаются. И тем самым они мне мешают. Они не дают мне продвигаться дальше по лиге. Вот в чем проблема-то. Шреддер сразу упал, ребят. Просто на коленочки там приземлился. Подтек, так скажем. Ну вот эта вот атака у Майки вообще ни о чем. Этот попкорн там бросает. Или еду от Криса Брэдфорда. Короче, еда у Криса... слабые. Хотя она предназначена типа спортивное питание. Будешь там сильным от нее. Он же там хвастался, да? Кушайте мое питание, и будет у вас там типа все the best. Но никакого the best мы не видим. Мы видим только то, что очень слабая атака. Так, ну что, платишок забираем с тобой или нет? 55 место. Да? Да, 55 место, отлично. А вот 15-20, друзья мои, прикатило к нам. Значит так, раз, два, три. А, ты посмотри, у них уже сразу, у них резкий рывок, ребята. 55-54 уровень. Значит, мы сделаем с тобой... А что мы можем сделать? Железноголовый, он медлительный очень. Давай возьмем слэша. Возьмем слэша для... Ну, тут, наверное, не подстраховка. Тут, скорее всего, сразу будет тотальное уничтожение. Сейчас проверим. А сможет ли он тут гасануть их? Ну, львиную долю, да, порвал. Ну и, соответственно, Алапекс. Соответственно, Алапекс. Я надеюсь, что добить-то ей хватит там. Молодец, красавица. Ну что же, тогда мы двигаемся дальше и смотрим, какое место мы занимаем. Давай 30-е. 34-е.
34-я, давай, не надо мне. 15-20 гони давай на базу. Вот так вот. Пока не рявкнешь, не поймут. Раз, два, три, четыре. И с этой командой я возьму Ваньку. Ванька, по идее, должен, ребята, здесь разобраться. Один удар с гранатомета, и, скорее всего, они посыпятся все. Но маузеры точно отлетят с питом. Это как пить дать, я тебе говорю. Вообще все рассыпались. Ну, я навскидку, ребят, просто. Потому что я думал, что крысиный король тоже сможет всех забомбить. Хоть он, правда, и был не сотого уровня, а всего лишь 70-го. Но здесь тоже, знаешь, раз на раз не приходится. Ну что, возьмем, наверное, Бакстера здесь сразу же. И раз, два, три, четыре. Бакстер стокон. Кстати, сегодня у нас в драконах, всадниках Олуха должно быть событие. Поэтому, ребят, после черепашек я, скорее всего, побегу туда проходить события. И прошел я Atomic Heart. Вторая концовка, ребята, будет выложена, наверное, чуть позже. Видосы, на самом деле, видосы уже выложены давно. Но так как там запрет с музыкой, то есть авторские права, мне пришлось после этого редактировать все видосы и удалять или заглушать музыку, которая там играет. Поэтому они должны быть еще выйти 2 дня назад, все эти серии, но пока они не переработаются, они не выкладываются. А переработка у них идет, ребята, очень долгая. Так что, если кто ждал серии, то уж извините, не моя в этом вина. Так, я опять, ребята, иду на определенные риски, потому что Макман сотого уровня, помнишь, мы в прошлой серии с тобой положились на него, и что вышло у нас? Нифига хорошего. Но я думаю, что на этот раз он исправится. Да, он исправился, ребята, он ушатал их всех. А то тогда мы не добили, и пошло-поехало там разборка. Так, 72 место. Может быть, мы все-таки успеем сегодня рвануть до Лиги Мастеров. Мне бы очень этого хотелось. Так, я возьму здесь Леонардо. А, у нас не хватит, ребят. У нас уже бойцы-то, вон, все, 70-ники пошли. То есть идем хорошо, но бойцов мало. Вот так я тебе скажу. Опа-на. Вот смотри, вот видишь что? Лео просто, ребят, не справился. Хотя он сотого уровня. И он не смог завалить всех. Такая вот Петруха. Ну ладно, хотя бы Лигу Сёгунов 3 звезды взять было бы уже тоже неплохо, ребят. Я думаю, да? Сейчас попробуем 16-21 опять же поймать. Ну еще вы. Че вы мне мозги-то компенсируете? Дайте мне 16-21, эй! Супостаты! Вот буржуи, а. Ну, посмотри, не хотят. Они дают 15... А вот уцепились 15-20, и все. Угу, а я настырный. Рафаэль, Майки, Донни, Железноголовый плюс Рокзар. Кстати, они уже 60 уровня. Да-да-да. Посмотри внимательно. А мы с тобой 70-ников взяли. Ладно, начнем тогда с уклонения, пожалуй. И Рокзара я не буду брать. Вот надо, наверное, Майки уничтожить, чтобы он не снимал, если что, дебафы наши. Здесь возьмем сразу же провокацию на Рафаэля. Так-то оно будет лучше. И сюрикены. Вау-вау. Донни. Донни красавчик. Прикинь, он всех практически уштлепал. Ну, 60... 60 уровень, короче, это ему по плечу разобрать. Ну что, 32-й. У нас уровень. Так, 32 не уровень, а у нас 32 место. Так, ну что, я здесь возьму одних маузеров. Да тут уже можно, в принципе, любых брать. Тут без каких-либо проблем. Нам уже тут никто не помешает. Давай, суператакой тогда бомбанем. На! Все. Шреддер так мне нравится вообще, как он падает. Просто вначале на колени такой, типа, потом падает окончательно уже. Ну что, 10 место, да? 12. Но переходим. Это уже определенно. Это уже определенно, что мы перейдем сейчас на следующий ранг. Так, Армагон.
Так. Так, так. Да. После этого поединка переходим на следующий ранг. То есть это будет Лига Сёгунов 3 звезды. И еще, наверное, один поединок для закрепки вводит у нас. Логично? Логично. Для закрепочки. Ну сколько там будет у нас? 70, может быть, где-то ранг. Или около 70-го. Раз, два, три, четыре, пять. И, как всегда, ребята, у нас остается Змея Карай. Не при делах. Сам понимаешь. Всегда остается один боец. Всегда один какой-нибудь у нас не отыгрывает. Ну что, Зэк, давай бросай свою бомбочку. Надеюсь, кто-нибудь там шлепнется. Тогда Усаги. А что я могу сказать? Усаги делает свое дело очень даже хорошо. И все, ребят. Постепенно урон там еще отыграл. В общем, идеальная победа. Ну, какой, 70-е? Да, ребят, 73 место. Ну, я считаю, что неплохо. Заданий нету. В магазин. В магазин, что у нас там? Подожди. Кстати, у нас Мотогина 25 тысяч. Мы можем поднять нашему Рафаэлю уровень. Замечательно. И продолжаем искать. Значит, что нам надо? 6 катушек с пленкой. Уже 5. Уже 4. Уже 3. Так, 2. И последнюю. Последнюю давай. Все, отлично. Так, и дальше нам 12 номеров. 12 номеров нам нужно найти. Раз, два, три. Блин, даже глаз-то чешется. Три, четыре, пять. Давай до шести, и все, ребят. Шесть находим, и хорош. Все, шесть. Знаете, что самое обидное? Что у нас телепорты идут и сюда, да, вот на поиски этого. И помимо этого мы еще фармим с тобой наши ДНК. Ой, ДНК, жетоны. Кстати, вот здесь вот тоже надо будет сейчас. Вот, на жетонах. Посмотри, по две штуки мы тратим. Как бы, ну, жестко на самом деле. У нас 85 откатов осталось. Вот сиди, думаю, что нам теперь делать. Останется их очень мало. После вот этого вот фарма. Да. То, что мы по 3 сыра тратим, это фигня, ребята. А вот то, что у нас выходит по 15, по 2 телепорта, уже 61 остался. Так, сколько там? Все, сыр закончился. Только благодаря сыру, ребята, у нас осталось 57 телепортов. И 545 жетонов. Я думаю, наверное, в следующей серии мы, наверное, приобретем уже еще 3 ДНК. Так, ну что у нас? 305, ребята, платиновых осколков. Буквально еще вот эта неделя, да, и следующая. Получается, на следующей неделе у нас будет прокачиваться еще один персонаж в платиновый ранг. Очередной наш боец. Так, что я хотел? У нас пиццы-то там еще прилично осталось. Может быть, нам продолжить поиски? Что скажешь? Продолжить поиски, я имею в виду на Микеланджело. Куда он у нас делся-то? Так, я что-то не понял. Ой, Микеланджело, какой Микеланджело? Рафаэль же мне нужен. Микеланджело. Совсем же я попутал. Ну давай попробуем тогда найти еще сколько сможем. Так, пока один наш, я там нужно еще 6. Пицца кончается, буквально вот последняя попытка, и все, ребят. Но как бы все равно неплохо, я считаю. Еще просто-напросто 3 номера, и мы прокачиваем критический удар до 6 ступени. Ну что, ребята, больше нам пока делать нечего. Делать нечего, я буду закругляться. Так что всем большое спасибо за просмотр, и до новых скорых видосиков.